КТАП Тайм 2023 под таким названием в областной универсальной научной библиотеке имени Жубана Балдагалиева прошел цикл мероприятий. Молодежь могла не просто погрузиться в мир книг, но и узнать интересные истории из первых уст. Все подробности далее. Фестиваль проходит уже второй год и становится доброй традицией, причем на республиканском уровне. Инициатором мероприятия является Национальная академическая библиотека. Программа фестиваля, как и год назад, весьма и весьма обширна. Буккроссинг, встречи читателей с библиотекарями, поэтами. Словом, молодежи в прямом смысле было где развернуться и как провести досуг. Мы предлагаем всем желающим много разных площадок. Это и буккроссинг, и блиц-интервью с библиотекарем Акыном Мирманом Шакеновым, встреча с археологом Яной Лукпановой, вечер поэзии к 115-летию со дня рождения Таира Жарокова, различные книжные выставки и так далее. Одно из мероприятий в фестивальном цикле было посвящено жизни и творчеству Тахауи Ахтанова. Молодежи в интересной и доступной форме рассказали о поэзии и драматургии автора. Была даже подготовлена небольшая театральная заготовка. Тахауи Ахтанов был одним из деятелей, который внес весомый вклад в развитие современной казахской поэзии после Мухтара Уэзова. Кстати, сам Уэзов возлагал на него большие надежды и называл своим достойным продолжателем. Следует отметить, что эта неделя библиотеки была посвящена первокурсникам. Их знакомили с библиотечным фондом и проводили различные выставки. Алексей Кочемасов, Асламбек Саламатов, Кулыбек Акрап, Акжаик Акпарат.